Сегодня распаковываем кроссовки. Заказал на Алиэкспрессе 1200 рублей. Посмотрим, что они из себя представляют. Так, выбирал, я даже не знаю. Но, скорее всего, буду в них ходить, на работу ездить. У меня уже все износилось. Так, обычный грез сделаем. Запакованы они. И в коробке, как я ожидал, просто пупырки. Да, вид приятный, запашок есть. Да, немножко не совсем в моем вкусе они. Тут носок. О, папа, и... привет. А что ты делаешь? Кроссовки распаковываю. Наши? Нет, это мои. А? Супер-ме называется. Кроссовка Супер-мега такая. Супер-мега называется. Ну, нет, для зимы сразу скажу. Здесь будет скользко. Прошиты они, кстати, очень хорошо. Не то, что прошито, но видно, что тут качественно все закреплено. За 1200, конечно. Так. А что ты не играешь? Я. Так. Тебя жду. Вот. Так, компьютер выключился. Не ломаются. Сейчас я померю, посмотрю, что они мне или нет. Единственное, тут что-то типа носка сделано, не знаю, как. Удобно будет одеваться. Ну, папа! Тут можно держаться за эту штучку. Спилил себе на свою ногу сапог, этот, и кроссовок. Здесь резинка очень удобная. Она стягивает ногу, чтобы она... Не знаю, как это описать даже. Вот, подошло, размер подошел, какой я брал. Кстати, очень удобные кроссовки, между прочим. Не знаю, зачем вот здесь вот так сделали. Немножко странноватый, но для бега очень даже хорошо. Ну, не только для бега, можно и на велосипеде ездить. Всем рекомендую. Ссылка будет на описание. Ссылка будет в описании. Фашион. Тут так называется. Тут только это фашион. Не знаю, что это значит. Фашион бай маки. Фашион шуэс. Шуза. Не знаю, так написано. Миша, это китайцы так, наверное, пишут. Смешно. Кстати, тут два кроссовка, между прочим, у меня. Не один прислали, два. Если кто скажет, что типа один кроссовок в мире нет. Так, а здесь вот... А, их Машка зачем-то. И, кстати, да, в кроссовке... А, кстати, это липучка. Она здесь прилипает, чтобы... Видимо, нога не ездила, не знаю. Вот, ссылка будет в описании.